Ребята, всем привет! Что ж, попытка номер два. Дело в том, что я по вашим требованиям, желаниям, просьбам начала играть в Outlast. Ну как? Начала, не начав, скажем так, потому что она не загрузилась. А точнее, она загрузилась, но вот когда уже надо ходить, короче, не пошло. Все зависло и не работает. Короче, 5 раз пробовал, 20-30 минут потратил на это. Поэтому решение играть в Патифи. Я сейчас не одна, со мной тут сидит ужастик. Мой муж сидит со мной, потому что мне страшно, и я не знаю вообще, смогу ли я в это играть. Создаем игру. Так, я уже в настройки зашла, все проверила. О, смотри, уже вот этих побольше, тогда было 60-50. Да, но FPS в меню и в игре — это разные вещи. Когда ты уже в игре, FPS может быть ниже, это раз. Во-вторых, ты, наверное, качество поменял. Нет. Было. Я сделала высокое. Ну, я думаю, что это уж не такая большая игра. О! Число игроков. Это как? Тут можно играть в кооперативе. Типа онлайн? Ну, типа с другими людьми, да. А это что? Ты против компьютера. Нет, PvP. Это ты против кого-то. А как? Кооператив? Типа онлайн? Или что за люди? Какие еще люди? Типа мне ждать, когда они по сетке подключатся ко мне или что? Да, PvP это игрок против игрока. То есть тебе нужно будет по сетке, видимо, с кем-то. А, кооператив это просто я буду ходить и еще 3 каких-то чела, как бы, моих. Наверное. Ну, попробуем. Не-не. У тебя сессия, и ты можешь еще 3 пригласить к себе. Покинуть вестибюль. То есть я могу со своего компа зайти, и мы с тобой можем типа вместе играть. Присоединиться к игре. А, один игрок! Ну чё за дела, блин, слепошара. Я. Кстати, если это супер зайдет, вам мы можем с Юлей играть, ну, поиграть вдвоём. Угу. Громко, мне уже страшно. О, я уже хожу! И уже все лагает. Так, давайте узнаем, что я здесь могу. Бля, наверное, придется нам все-таки понижать. Слышь, лучше, наверное, не бегать, да? Слышь? Классный игрок. Ну да, по качеству вроде ничего. Дождь так хорошо видно. Но это из-за дождя. Из-за дождя хорошее качество? Нет, проседает из-за дождя. Интересно, он здесь устает или я могу бесконечно бежать? Не знаю, ты решил проведать территорию? Ну, а, нет какой-то, ну... Запертая дверь. Главный ключ требуется нам. Нет какой-то инструкции? Кстати, нет. Но есть... О, подвал! Блин! А тут сохраниться можно? Я уже боюсь. Так, слышь, потише сразу сделаю, на очке сижу. Так, как открывается? Заперта дверь. Ой, ё-моё. О, нифига, глянь. На правую нажимаю и вижу, типа, видимо, скрытые предметы, которые я могу взять. Прикольно. У тебя здесь дом с привидениями, короче. Да. Я пытался спасти ее, но мне не удалось. Я сдаюсь. Я обещаю вернуть Гретхен обратно, но боюсь, что девочка потеряна навсегда. Вульт Людере. Аж 89-й год. Кошмар. Старина какая. Дрова. Здесь что-то с дровами можно сделать. Ты выбрала про куклов? Про куклов? Да. Короче, здесь цель сбежать с виллы с привидениями, но для того, чтобы сбежать, необходимо найти и сжечь все 10 отмеченных кукол в подвальном котле. Уворачиваясь от одержимой девушки по имени Эмилия. Ё-моё, у меня тут часы какие-то бьют. Эмили, Эмилия. Вот. Заебут же этими именами, а? Не, чтоб наши нормальные, Дарья, там, не знаю, Анастасия, какие там еще, Елена. Эмили, Эмилия. Куколка. Оп, я куколку взяла. И что мне с ней делать? Сжечь? Сейчас, в игре есть два типа кукол.
белый цвет и цветные. Первый купол необходимы для изгнания нечистой силы, а вторые могут время от времени усмирять Эмилию. Белые куклы необходимы для изгнания нечистой силы. Вот у меня беленькая. А цветные помогут иногда усмирять Эмилию. Так, похоронный кабинет Людере предлагает услуги в нужное вам время, оживление, гробовщик, церемония захоронения, кремация, назначить встречу. Мы также предлагаем частные услуги. Да, слышь, ну вообще похоже на винный погреб, а не да, на какие-то там... Да, это подвал с винным погребом. А гробовые дела. Есть два режима. Нормальный режим — это когда она не атакует тебя, а просто но пугает. Крадет твою куклу, вот эту, которая... Ну, куклу усмирителя, которую ты взяла. Ой, а чё, куда я её выкинула? Оказывается, можно кидать. Она я просто... белая просто, да? Да. А вот белая не усмиряет, короче. Цветная усмиряет. Я знаешь, что хочу просто понять? Какие у меня здесь есть, кнопочки? Да, и режим яростный, когда она пытается атаковать и превратить вас в куклу. Чтобы этого не произошло, вы должны немедленно дать ей куклу умиротворения, которая оглушит ее. Какая там умиротворяет? Цветные куклы. Цветные. А белая изгоняет нечисть. Не хочу подниматься наверх. Это звук был. Я слышу звук. Найдя отмеченный куб. Ой, блин! И что с ней делать-то? Дать ей цветную надо? Да. О, блядь, я свет выключила. На цветную куколку. А что, ничего не берешь, сучка? А, я думаю, что за звук? Это она просто шароёбится. А, ну ладно, забей. А, не страшно. А прикинь, чё? Какие-то отмеченные куклы. Две куклы-то взять не могу. Могу только одну носить. Ой, блядь! Она ожила! Да, видишь, только одну могу взять. Вот это отмеченная. В игре доступно 5 ключей, но для прохождения требуется всего 4 ключа. Так, мне трудно говорить о том, что произошло. Моя жена умерла, а приемную дочь забрало зло. Моя дочь была одержима темными силами, которые невозможно управлять. Она все еще здесь, в опасности. Вы в опасности. Мне приходит на ум лишь один способ, который может остановить ее навсегда. Сжечь помеченные куклы. Вот это помеченные. Если ты превратишься в куклу, спустись в подвал и обожгись, чтобы вернуться к исходному размеру. Я просто не знаю, почему не могу две куколки носить. Вот это явно какая-то беспонтовая. Белые, которые убивают нечисть, а цветные, которые успокаивают Эмилию. Я так понял, их нужно сжигать внизу в подвале в печи. Белых? Да, всех, я так понял, хз. Ну и что, мне просто собирать куколок и ходить? Но проблема в том, что я их даже взять-то все не могу. Окей. О, ключ. А, записка. Я запирался в разных частях дома, пытаясь придумать способ ее спасти. У меня есть набор из 5 ключей. Каждый ключ открывает двери в разных частях дома. Здесь есть большой зал, спальня, подвал, чердаки и входные двери. Я оставил по одному ключу в каждом помещении, чтобы разблокировать другое. Ладно. Ключ от зала. Ключ от зала. Клевая пыль. Частица. Частицы ее пуков. Это шутка за 300. Зай, это супер летсплей. Подписывайтесь на мой канал. А куда деточка-то ушла? Ну, о, смотри, еще куколка. Да господи, блин, что же делать-то? Я что-то не видел, чтобы там их сжечь можно было. Там стопудово есть котел. Котел. Костер. Пока не страшно. Угу, тоже записка. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Исход 24. Должно быть это предупреждение из черной книги, которую мы изучили. Мы узнали, как превратить объект в подобие живого существа с особым свойством. Можно немедленно вызвать духов и сделать кое-что еще. Возможно, именно поэтому куклы могут нас утешить или испугать. Что-то живет внутри них. Никто бы никогда не поверил такой нелепости. Что за нелепость? Ой. Ну, пока не страшно, да? Не страшно. Я хочу протестить, возможен ли подъем. Нет. А бегать она может? Бегать может. И непонятно, она ли это вообще. Может, он...
Но меня больше всего интересует, где здесь разжечь камин. Я боюсь, что как только мы начнем заниматься розжигом... Шашлычок, пожалуйста. Да, кому-то что-то не понравится. Так, дровишки. Написано, что все, что сделано из дерева, очень ограниченное, поэтому типа пользуйтесь этим с умением. Но какое умение? У меня нет таких умений. Я люблю кто-то орал. А, вот видишь дрова? Вот они слева. Да, да? У меня есть дрова. Дров у меня полно. Только тебе что с ними печь. Делать? Тебе нужна печь. Ты хоть одну печь тут видал? Блин, боюсь. Значит, тебе нужен ключ от подвала сначала найти. Ты голова. Ну, еще мне не страшно, потому что у меня очень тихо в ушах. Я слышу только, как она отходит, открывая двери туда-сюда. Скрипы такие. Так, тут мы были, да? О, еще выше можно подняться. Одни только скрипы дверей. Звучки какие-то были. Только что же открылось? Что там все двери открываются, закрываются? Ой, как темно. Ой-ой-ой. Ну-ка посмотрим в окошечко. Тут что-то было. Что-то я прям вообще на таком расслабоне. Ой, блядь! Ну, а чё? А, куколку. Забери куколку. О! О, теперь ты кукла. А, всё-таки мы женщины играем. Куколка. Экшн. Блин, что, все заново? Все заново, что ли? Тут так надо играть? Тут нет такого, что продолжаешь? Ты проиграла. Это все? Ну, это типа кооперативная, я так понял, игра, поэтому в ней сюжетку вообще не попробуешь. Попробуешь? Окей. This is the place. Find a way. Слушай, тебе это не интересно? Тебе это было интересно? Так, приседать. Не могу? Ой, я могу вернуться в машину и просто читать все заметки, где собраны подсказки о том, как успокоить девочку, выбирать использование ключей, упаковать стычки, а также насовываться, когда и где следует. Девочка Эмилия, которая живет в старом доме, держит нерву. Специалисты по паранормальному должны помочь ей. Для этого придется найти и сжечь 9 кукол. Если вы ошибетесь, то пополните коллекцию кукол. Куклы долго не таскайте с собой. Лучше образуйте пары игроков при кооп-игре и сжигайте их, причем одновременно, а не последовательно. Если нападет Эмилия, второй игрок может спасти первого. Слушай, клево, наверное, в это все вместе играть. Одержимые куклы помечены. Они двигаются. Если пристально посмотреть на нее и стараются убежать, в этот момент и надо ловить ее. Если вы сами становитесь куклой, то можно расколдоваться при помощи другого игрока. Он разжигает огонь в котельной, а вы, стоя рядом, нажимаете кнопку Е. Кооператив какой-то начинается, намечается. Ну, да, конечно, одной не так весело играть. Да что ж такое, я ж тут уже была, я уже не могу вспомнить опять, как отсюда выйти. Так. Куда ж я там выходила-то? А, ну вот. Я с собой ношу эту куколку. Так, надо вспомнить. Надо научиться бросать, как она бросается. На R. Только это очень неудобная клавиша. Мне, чтобы до нее дотянуться... Вот это я не буду брать. Мне, чтобы дотянуться до этой клавиши, мне нужно целый... Не знаю. Целое движение какое-то невероятное. Тут тоже, кстати, этот... О, я вообще на чердаке.
Е это брать, Р выкидывать. Ой, ни черта не понимаю. Тебе нужно добраться до чердака. Тут, по-моему, стоит этот дрянь. А, нет. Я на чердаке. Я слышу, как куколки смеются. И чё на чердаке-то? Тут какие-то ритуалы провести? Да, скорее всего. Тут нет печи. Не печь. Мы ищем печь. Чи-чи-чи. Дрова везде. Дров просто завались. И ни одной печи. Пяти. Тебя в летсплеях нахваталось. Блин, ничего не понимаю. Тут такой смешной звук, когда двери открываются. Девочка какая-то смеется. У меня рука наготове выкидывать. Блин, мне почему-то казалось, что эта игра как-то поприкольней. А мне только непонятно и волнительно. Я как бы вроде на расслабоне, и мне кажется, что ничего не сейчас не произойдет. А при этом вдруг что-то произойдет. Так я все-таки не понимаю. Мне нужно ей. Сложная игра, если ты честно. Как ключи. Помню, да. Читать записки все, которые увидишь. Так, а где ж? Тут же был ключ. Меняли местами, зай. Хитро. Это еще спички. Точно. Причем спички русские. А, типа производство русское. Походу, да. О, что это? Это как что делать? Так, брать на эту. Свет на эту. Ой, у меня нет такой посередине. Дроп. Да, но у меня, блин, мышка. Тут нет такого. Shift бежать. Tab, это что? Счет. Escape, пауза. Control. Прыжок. Да, jump. А это я как выключила, сделала это. А. Понял. Короче, то, где брать у всех, у меня это не берется, походу, да. Она может наброситься на тебя в любой момент, так она убила мою жену, Гретхен. Я всегда срабатывал один способ, дать ей куклу. Я должен повторять себе, что это больше не она. Я слышу, как смеется кто-то. Смех вот именно куколки маленькой, как будто бы. Детской такой куколки. Ключ от спальни. Ой, господи. Кустов испугалась. Давно мы ее не встречали. Ой, господи. Ты не хочешь взять наушник один? Mm-mm. Левый. Mm-mm. Возьми, а? Mm-mm. Чё ты не хочешь? Ритуал передал духи мертвых девочки. Бля, я выкинула её куколку-то. Проиграла тьме. Иди нахуй!
уходишь, зай? Они меня опять убили. Так, давайте выберем ферму. Честно, я не совсем понимаю кайф этой игры. Мне, да, страшно, но скримеров тут нет. Звуки только неприятные, страшные, пугающие. Что там на ферме у нас? Ой, наверное, лучше сначала проходить одно, потом другое. Вот это место, посмотри, сможешь ли ты найти что-нибудь, что стоит взять с собой? Так, сейчас у нас пролагает новая карта. Ой, красиво как. Блин, да что за чертовка? Немножко подлагивает. О, господи, курочка. Ну, клёво, такой симулятор. Знаете, было бы прикольнее, если бы у меня здесь было ружьё какое-нибудь. Или пулемет, или пистолет даже, господи. И вот зомбарей бы мочить на ферме. Вот это было бы классно, кстати, вот на такой. И прятаться от них. Хотя не, я не люблю прятаться, лучше просто сразу мочить и все. Интересно, а что на ферме надо сделать? И какой здесь ужастик? Если честно, неинтересно. Хочу домой. Могу ли я прыгать? Забраться не могу, только попытаться. Курочка. Могу ли я взять курочку? Чикины. Блин, захотелось курочки KFC. Что за дела? О! Я могу взять тачку. Она подсвечивается желтым. И вот это что? Или это просто... Чё она горит так? С этим что-то можно сделать. Так, какие тут управления? Drop, use, все то же самое. А почему я не могу что-то с этим сделать? Просто оно подсвечивается, видите как? Это курица? А, я думаю, это курица. Ну, это я точно могу. Тебе нужно... Тебе не нужно использовать это. А нахера-то это подсвечивается? Не, прикольная ферма. А это, кстати, видите, вот это не подсвечивается. Чё за дело? Я просто хочу найти что-то на улице, что-то, что мне поможет не умереть в доме в этом. Могилы. Надеюсь, тут нет тупых скримеров, как из Уика этого. Эти могилы, они прямо оттуда как будто срисовали. Это не могилы, камни. Ё-моё. Да, видишь, что запертый звук такой. Зачем страшно делать? Ой, свет-то включи. Напряжение, напряжение испытываю я. Каждый божий день. Ведро? Как я могу использовать ведро? О, амбар. Да че? Ну ладно. Бля. Звук какой-то. Как будто бы там какой-то медведь. Я стараюсь сохранить спокойствие. Ха! Тапки. О, записочка. Нет, сначала да, свет. Забота о курах свободного выпаса. Выпаса? Выпаса? Я не знаю это слово, слушайте. Ну, в смысле, как правильно. Это нелегкое дело. Они бегают повсюду, и их трудно поймать. Иногда мне хочется начать бить их сковородкой. Карен. Бить сковородой кур? Зачем? Оп! Сегодня был трудный день, на ферме нужно много сделать. Я смертельно устал. Мой муж часто уезжает, он уезжает на несколько... На несколько недель по работе, так что я сама управляюсь с фермой, Карен. А, Карен, ёптать, может, Карен? Я думаю, что?
Мой муж Джо, да, наверное, она Карен, а не Карен. Сегодня я съела курицу во дворе, я не варила ее, она пахла так вкусно, я не могла устоять. Она зомби! Я чувствую себя... Я слышала шаги, у меня аж ресница в глаз развернулась. Я не хочу повышать громкость, но по сути мне нужно бы это сделать. Блядь, вы слышите? Это, походу, бабка ебанутая. А! Вы видели? Я через штору пытаюсь смотреть. Понятно, там во дворе какая-то чудила. Жрет курица. Поэтому у нас есть время что-то здесь сделать. Но что? Я же ничем не могу ее убить. Ну тут понятно, тоже какое-то есть полезное задание. Я слышу эту штуку так хорошо. Блядь! Ты слишком слаб, чтобы продолжать. Ой, понятно, он меня хавает. Я просто бледного сейчас словила. Чаща? Что-то в пизду эту чащу. Стрёмно, капец. Вот все время не стрёмно до момента, пока меня не ловят. Тут они такие стрёмные. Кошмар. У меня аж голова разболелась. Да что за дело-то такое? А, давайте попробуем. О боже, какая страшная! Я не вынесу этого! Чаще это же лес! Да ну не, в жопу! В жопу покинуть этот чат! К чертям собачьим! Ой, так мало записываю, кошмар! Ну у меня аж голова разболелась! Ребята, это какое-то прям не дело, какая-то незадача! Этот выпуск у нас получился короткий, я тестила эту игру и совсем ее не поняла. И мне кажется, что, скорее всего, наверное, в нее нужно все-таки по кайфу играть с кем-то. Я думаю, что, может быть, мы попробуем со Славой как-нибудь скооперироваться и на двух компах в этой поиграть. Или, я не знаю, что, мне кажется, попробовать одному пройти. Ну, это очень страшно. Реально капец. Так что вот, к сожалению, с Outlast'ом не получилось, и эта игра меня тоже напугала, вывела меня, у меня теперь голова болит из-за сильного испуга, я действительно сильно испугалась. Я еще свет зачем-то выключила от страха, когда он на меня напал. Я думала, это она будет. Так все-таки это Карен, может быть, или, или Карен. Он, наверное, сожрал свою жену Карен, а сам это как раз ее муж. Или нет? Пофигу. Короче, всех люблю, целую, обнимаю. Будьте счастливы, здоровы. Ждите мои видосы, лайкайте, комментируйте, и всем пока.